Жители дома 14А в микрорайоне Московский всегда ждали отопительного сезона с радостью. Вместе с теплом в доме появлялась горячая вода, в то время как летом давление системы не хватало для подъема ее выше 2-3 этажей, а в доме их 17. Проблема была в том, что застройщикам изначально не было смонтировано необходимое оборудование для обеспечения жителей горячим водоснабжением. Долгое время этот вопрос не решался из-за финансовых сложностей застройщика. Затем не могли найти жителей и управляющей компании средства. Теперь в подвале дома смонтирован регулятор температуры и насос. Новое оборудование позволит частично решить проблему, которая волнует собственников квартир с момента заселения. Дом был сдан в эксплуатацию еще в начале 2015 года. Вместо полноценного теплового узла здесь была организована временная открытая схема теплоснабжения с использованием элеваторного узла. Этим летом под эгидой администрации города Иваново был проведен ряд технических совещаний с управляющей компанией, в ходе которых управляющей компании было предложено и реализовано мероприятие по установке полусетильного насоса. В итоге работы профинансировала управляющая компания. Новое оборудование с учетом проекта и монтажа обошлось в 250 тысяч рублей. Теперь в предстоящий межотопительный сезон проблем с горячей водой у жителей не будет. Наталья Гутарина, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.